Добрый день всем подписчикам и гостям канала. В сегодняшнем видео хотим ознакомить вас с очередными изменениями в плане выпуска нумизматической и сувенирной продукции НБУ. Те, кто в теме давно, знают, что НБУ меняет план 5-6 раз в год. Лучше бы НБУ так активно улучшал схему реализации монет. Итак, согласно изменениям от 26 июля, в плане появилась десятка из цинка. Силы территориальной обороны Украины ЗСУ тиражом 10 миллионов штук. Теперь эта монета уже будет обиходной, и ее можно будет получить на сдачу в магазине, что будет способствовать росту количества коллекционеров. Также добавили монету надания Украине статусу кандидата на вступ в ЕС. Выйдут 10 гривен в серебре тиражом 5000 и 5 гривен в незельбере тиражом 75 тысяч штук. И в серии медалей городам-героям НБУ объединил, выйдет одна медаль, посвященная городам Киевщины, Буча, Гостомель, Ирпень. Такими были последние изменения. Возможно, что-то упустили, поправьте. Думаю, до конца года будут и другие корректировки. Также уже появились изображения новинок, которые выйдут в этом месяце. Полюбуйтесь. 5 гривен – Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. 5 гривен – Пам'ятна медаль – Служба безпеки України. 5 гривен. Такими были последние новости из мира нумизматики Украины. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все будет Украина!